Работает, говорит. Друзья мои, мы идем в музей. И не просто в музей, а в самый лучший на свете музей. Музей планеризма. Мы сейчас находимся в музее на горе Вассеркуппе. Музей планеризма немецкий. Ну, я музеев немного видел планерных, но пока это, наверное, для меня самый яркий и красивый. И сейчас я попробую провести вам некую такую экскурсию по музею. Покажу, что я сам вижу своими глазами там. Понимаю, это все можно найти в интернете, но в музее это очень интересно смотреть, вот все вместе, видите, вот. Здесь очень хорошая обстановка, привратник, кто в этом музее присматривает, очень был рад нам, что мы пришли, потому что, видимо, посетителей немного, действительно их немного, ну, ковидло, вот, и никто нам не запрещает снимать, мы снимаем. Вот. Сейчас, может быть, даже без особого голоса. Так, кто это? Стеклопластиковые планера рванули вперед. Надо дать должное, что, например, планер Антоновский А-15, примерно в это же время построенный, в 60-м, по-моему, у него было качество очень высокое, 40. Что это у нас такое? Да, вот они, планерочки, пластиковые, лучше и лучше. Начали завоевывать мир, и сейчас весь мир летает на пластике в основном. Вот, смотрите, как красиво это крыло летающее смотрится, которое мы видели. Друзья мои, ну со второго этажа это великолепие смотрится еще лучше. Посмотрите. Посмотрите на праздник какой. Я себя даже сейчас покажу счастливым на этом празднике жизни. Вот, посмотрите, меня на празднике жизни. Это планера, ребята, это планера, их бесконечное количество. Много хочет. Я в прошлый раз провел здесь 4 часа, почти про каждый прочитал, но все забыл. Ну, я так понимаю, что это исследовательский планер, использовался для исследования атмосферы, куча оборудования всевозможного и прочее. Быстренько еще порадуем его моделистов. Посмотрите, друзья, сколько здесь всего авиамодельного.